готовимся к съемке. Диана тоже готовится. Очень рада работает. Да. Всем привет, я очень рада. Всем привет, я рада вас видеть на своем YouTube. Это мы уже начали? Да. Часы мы за час не справились. Всем привет, я рада вас видеть на своем YouTube-канале. Я снимаю видео о жизни в Иордании, в Иорданском Хашимитском королевстве. И я снимаю иногда интервью с девочками, которые живут именно здесь. Но сегодня у меня будет интервью с Дианой. А Диана – это сестра моего мужа. Она наполовину славянка и наполовину арабка. Я думаю, что именно такое вот интервью вам будет интересно. Можно сказать, жизнь изнутри от настоящей иорданки. Итак, начнем мы, наверное, с такого вот обычного иорданского вопроса. Ты хотя бы привет, давай ты скажешь. А, привет. Пока молчу. Давай с такого вот. Диана здесь родилась, в Иордании. Например, мой муж родился в Украине, потом они приехали сюда. Диана уже родилась здесь. И вот мне просто интересно, как ты себя ощущаешь? Как ни крути, все равно у тебя в семье две культуры. Две кухни, можно сказать, две культуры. Вот ты себя больше ощущаешь арабкой или все-таки славянкой, русской, украинкой? Знаешь как, это зависит по моментам. Некоторые моменты я чувствую себя арабка, чисто арабка. Некоторые моменты я прям чувствую себя чисто русская. Ну, и это с кем еще я бываю. Зависит. То есть, если ты находишься среди русскоговорящих, ты себя чувствуешь больше как русская, да. А когда больше с арабами сижу, я чувствую себя как более араб. Есть некоторые вещи, которые, например, я не люблю арабскую музыку, можно сказать. Мне больше нравится арабская музыка или русская музыка, например. То есть, ты не слушаешь, вот, да, вот, да. Что дома у тебя? Арабские песни вообще никак, ни к чему не тянет. Вот. А вот давай предпочтение, например, вот. Ну, даже не предпочтение людей, а вот как ни крути, дети, которых мама русские, собираются ли они как-то в группки, больше общаются между собой или все-таки вот больше с местными? Есть такое разделение? Знаешь, там женятся друг на друге, например? Нет, такого я не... как сказать? Не наблюдала, да? Да, и раньше как-то у нас не было прям группы, у кого мамы русские, они все собирались вместе. Да, мы общались там с друзьями, у нас была компания, но прям чтоб специально, чтобы группа этих русских мам и дети, ну, не было такого. Да, лично. А есть у тебя знакомые, которые поженились? Вот мама русская, у него мама русская, девочка, мальчик есть? Да, есть совпадение. У меня есть одна подружка тоже, ну, у нее мама русская, и ее мужа тоже мама русская. И бывает, бывает такого. Они тоже познакомились себе там в русском центре, где на первом круге. Они там и как раз познакомились. Ну, это вот недавно, прям, можно сказать, 10 лет назад это было, как они познакомились. И как раз 10 лет назад, кажется, уже началось прям появляться это русское общение, русский центр, как можно пообщаться больше с русскими. А когда я была помоложе, такого не было. Не было. Сейчас больше как-то. Facebook делает специальные группы там, где у них мамы русские прям. То тоже есть появление туда. Соцсетей сыграло вот эту вот роль. А что вот насчет языка? Ты больше, вот как помнишь, я тебя спрашивала, у тебя сны на каком языке снятся? Ты больше думаешь на русском или на арабском? Вот просто вот когда ты сама с собой даже. Даже об этом не думаю. Может, тоже смотря я где и с кем. Это все зависит от места и людей. Ну, сны бывают, да, может быть, на русском языке, и могут быть на арабском. Знаю, могут быть тоже на английском, но это у меня смесь языков, короче. И, ну, как я прилетела в Америку, уже после года у меня стали сны прям на английском, потому что столько я слышала английского языка, у меня сны все время были на английском. Это вот, видишь, потому что я уже привыкла к жизни там, как общение, людей, все вокруг, все было на английском. И как раз у меня сны начались на английском. И вот я говорю, это зависит от места, где именно ты живешь. Какого языка ты больше слышишь, вот и тебя сны будут о том же языке. Давай перейдем, например, к школе. Вот
Были ли такие случаи, что когда узнавали в школе, ну как бы как узнавали, когда ты знакомишься, что мама у тебя русская, как издевательство, ну как издевательство, шуточки, подколы, или у твоих знакомых? Да, были такие моменты, что я не знаю, как можно сказать, ну в Иордании именно, знаешь, как русские, именно когда они видят русские, они все, это, например, русские, это значит водка, русские, это значит клубы, знаешь, когда гулящие, да, вот такая репутация у нас. Это говорит местное, между прочим, не я. И знаешь, было там, например, они говорят, вот, вы водку пьете, знаешь, я такого слышала. А тебе обидно было, да? Обидно, потому что, знаешь, ты не ощущал это... в семье, у тебя от этого нет? Да, и даже у мамы как-то в семье, у папы в семье, у нас такого нету. И знаешь, обидно, что, например, это только о чем они думают, ну, знаешь. Когда еще была моложе, можно сказать, но еще я не была в школе. Были такие родители, которые, например, запрещали своих детей со мной играться, потому что у меня мама русская. Интересно. Да, это у меня были такие ситуации, еще была очень маленькая, но я помню этот день, как вчера, и знаешь, было обидно, ну почему я вернулась домой, маме плакала, знаешь, говорила, например, что как-то еще был случай о религии, например, у меня мама христианка, и а папа мусульманин, и знаешь, у нас не было в семье никогда в жизни мы об религии как-то не спорили, да, не спорили, у нас все дружно живут, знаешь, нету у нас, например, это по-мусульманскому, это по-христианскому, нету такого. Друзья в школе это говорили, как у тебя эта мама христианка, и знаешь, как они воспитывают в школах, что типа христиан вот попадут в ад, у тебя мама в ад попадет. Это еще была маленькая в школе, мне это говорили. Все время возвращалась домой, плакала, говорю, маме, ну, говорила маме, что не хочу, чтобы ты попала в ад, там, ну так, было обидно. Ну, такие общество, прям... Общество, да, очень играет роль, получается, на психике. Ну, это в моих временах. Мне кажется, сейчас как-то отличается. Знаешь, не так прям сильно сложно, или там... Как-то люди стали более откровенные. Насчёт... Более, наверное, и много иностранцев здесь появилось. Ну, я сейчас смотрю, вообще очень много русских вообще, и дети, и Смирение. Все русскоговорящие. Да, как-то... Намного больше. Намного больше, чем раньше. А и было так, хорошо. Что... сыграла наоборот в положительную, что вот у тебя мама русская, ты чувствовала, что вот ты как чуть-чуть вот как, ну, превосходство. Да, самое классное, что было, например, они у меня спрашивают, о, ты знаешь русский язык? Типа, да. Скажи нам что-то на русском. Или там я с мамой по телефону разговаривала, все такие, как ты так прям хорошо разговариваешь? А как это сложно, как ты, ну, научилась? И как-то я говорю, ну, это у меня... с детства как-то и... То есть одновременно так много внимания? Да. Со стороны много, парней, много, наверное, внимания, тоже, да? Да. Или там, например, по секретам с мамой там посплетничать надо, где-то мы в каком-то общем месте, или там кто нас не понимает, там можно, да, по-русскому. А я вот, например, в Фейсбуке пару лет назад наткнулась на такой комментарий, что-то обсуждали тему детей, школы, где одна написала, что очень часто именно в подростковом возрасте почему-то дети, у которых мамы русские, они стесняются их. Было вот в твоем окружении? Или... Например, меня... Я никогда в жизни не стеснялась, что у меня мама русская. Я так могу сказать. Наоборот, я этим гордилась, что у меня мама русская, я знаю русский язык. Знаешь, это... Ну, у меня никогда не было. Есть знакомые, которые они даже не разговаривали на русском. Они даже не хотели его выучить. Ну, их не мама с ними по-русскому, они все время отвечали вот на арабском. Были такие знакомые. Но чисто меня... Нет. Ну, так как ты здесь выросла, и понятно, что сейчас вот Диана, она уже, мы с ней одногодки, и мы уже не ведем, можно сказать, молодежный образ жизни, и она не может сказать за жизнь именно сейчас, но вот десятилетней там давности, как отдыхает молодежь, если, как вот Иордания, вот как страна, настолько закрыта, как некоторые мне девочки там пишут, прям вот, Дарья, там же такие нравы сильные, вот молодежь. Ты считаешь Иорданию закрытой все-таки больше вот каких-то строгостей или... Иордания, можно сказать, что она средняя. Она не сильно открытая, она не сильно закрытая. Есть некоторые, как сказать, места
где могут туситься прям там вообще очень открытые люди. Mm-hmm. Прям они могут и пить алкоголь, в клубы ходить, а одеваться прям. Для Иордании. Да, для Иордании это как-то непривычно. В их временах это было чуть-чуть поскромнее, можно сказать. Ну, скромненько все было. Да, мы гуляли, но мы больше как, мы ходили в кафе, в карты играли, кальян курили. Это для нас было прям, о, это все. А сейчас, именно в этом году, когда я приехала, я смотрю на молодежь, как они одеваются, как они себя ведут. Вообще разница огромная. Вообще я смотрю, прям чувствую себя, я не в Иордании, я в какой-то европейской стране, правда? И это как-то непривычно. Я не знаю, это к лучшему или нет, но может и Иордания такая, может стать лучше насчет откровения, знаешь, не будет никто к кому-то приставать, потому что у нас, знаешь, как в стране, если выйдешь там в маечке или... и по улице будешь ходить, ну, можешь услышать много всего, да, да. Посвистит там, кто-то могут там остановиться. А сейчас, да, вот если пройтись, ну, как бы, даже пройтись по Софии сейчас, ты уже не будешь вот это вот много, да, может, кто-то... Не, не как раньше. Да. Я могу сказать, раньше было хуже. А сейчас я смотрю, все девки ходят в кроп-топ, например, там в коротких шортах, джинсах. И как-то никто на них так сильно не обращает внимания. Ну, знаешь, это тоже зависит от района. Mm-hmm. Именно где они гуляют. Есть некоторые районы, если туда пойдешь, хоть бы была бы одета непонятно в чем. И все равно, знаешь, могут к тебе приставать. А некоторые районы, видишь, как София, Абдул, мне кажется, а в Буливар тоже там видела, что... Да, это более откровенные районы. Я смотрю, там вообще уже все одеваются как в Украине. Как и то, в Европе, а мне кажется, правда? Даже в Украине иногда поскромнее одеваются. Если я, ну, в кафе мы даже недавно сидели и смотрю глаза свекрови, она такая: девочка, вот так, ну как бы открыто очень. Ага. Тут все да? Открыто, арабка. И мы такие с Дианой посмотрели, такие, ну ладно, нормально вроде. А потом я начинаю понимать, я-то в Иордании. И даже да. В Украине, наверное, уже так не наденут. Именно, да, мы обращаем внимание на них, потому что мы знаем, что в Иордании так люди не одеваются. Если и ты долго не выходишь, это непривычно, да. Для нас это непривычно. Ладно, если, например, ты была в Украине, да, и ты там увидела девочка одета в короткой юбке, можно в топике, да, ты могла на нее так посмотреть и даже не обращать внимания. И это нормально, потому что мы привыкли это видеть. Да. А тут мы это не привыкли видеть. И как-то, когда смотришь на такую девочку, думаешь, как так? Она не стесняется. Интересно, ей никто ничего не сказал. А как у нее в семье? Это нормально, ненормально? Знаешь, это вот... Куча мыслей появляется. Ага. И давай один из таких интересных. Плюсы и минусы Иордании. Вот как ты, как иорданка. Где ты видишь положительные стороны страны, а где все-таки вот, ну как бы... Плюсы и минусы есть везде, я могу сказать. Для меня лично в Иордании минусы — это люди, они чуть-чуть могут быть неадекватные. Например, могут, например, очень сильно смешаться в твоей жизни, знаешь, они... Кто-то замужем. Вот когда замуж, когда замуж, когда замуж, а потом... уже рожать, когда рожать, когда рожать, а ты до сих пор не забеременела, вот это вот... А, у именно... тебя проблемы, то есть лезут... Да, влезут в личную жизнь очень сильно. Без так. Да, они никак не могут без этого. Минус, тут очень дорого. Очень дорого, правда. Я так смотрю и сравниваю цены везде. В Иордании считается очень дорого, я не знаю, как люди тут живут. Я тоже водить машину тут ужасно, я вообще никак не могла один раз или два только попыталась поводить и чуть в аварии не попала 10 раз. Диана просто сейчас уже года 4 живет, да, в Америке, и даже за эти 4 года насколько все тоже изменилось, ага, для нее, что она не может очень за руль изменилось. Сесть. Ага. Людей иногда так смотрят, что такие все открытые. То есть для нее даже за 4 года есть эти изменения. Большая разница, очень большая разница. Мусоры на улице. Это обидно, правда, как они... Везде мусор кидают. Вот я не знаю, если ты любишь свою страну очень сильно, вот почему мусор выбрасывать везде, знаешь, это я не могу понять. Что я люблю? Давай начнем о хорошем. Я люблю общение. Все люди такие прям
гостеприимные, да. Например, ты ходишь по гостям или там заходишь в магазин, все такие прям улыбаются, встречают очень хорошо. Прям чувствуешь себя прям, знаешь, как окей, я дома. И все, есть чем заниматься. Например, я сравниваю жизнь в Америке, у нас очень сильно скучно. Да ладно, очень. Сейчас все, кто живут в Иордании, скажут тебе, как в Иордании скучно, пойти некуда. Нет, наоборот, я как приехала сюда, правда, 2 месяца прилетела очень-очень быстро. И я чувствую, что, например, в Америке эти 2 месяца прошли как 2 года, правда. Там нету такого общения, все люди работают, они работают с утра до ночи. Они возвращаются домой уже уставшие, а тут люди не устают, они наоборот, они еще готовы до ночи, до утра сидеть. И это, знаешь, это прям энергия, это классная энергия. Ну, вообще... Хотя я считала, что арабы ленивые, и они такие, типа, ничего делать не хотят. Нет, они не ленивые. Я раньше тоже думала, что арабы ленивые, но сравнить их с американцами... Нет, они еще более-менее лучше. То есть в Америке нет именно как дружеской такой жизни. Да. Все заняты работой, да. Быт, некогда отдохнуть. Нет вообще такого. Еда. Еда в Иордании просто. А хорошо, Иордания или Украина еда? А, вот это сложный вопрос. Даже по качеству продуктов, давай так. Качество продуктов в Украине лучше. Угу. Картошка. Я даже не буду говорить. Картошка. Все, на это можно закончить. Я как приезжаю в Украину, сразу картошку хочу, картошку. Так, в Украине... Да, сливочное масло. Сливочное в Украине масло, да. Качество продуктов лучше, в Иордании все-таки лучше, чем в Америке. Да, вот так вот. Да. Качество продуктов. В Америке вообще все без вкуса, можно сказать. Угу. И вообще тут в Иордании все жалуются, что, например, овощи, фрукты тоже без вкуса. Ну да. Ну, когда ты поедешь в Америку... И попробуешь разница. Там, потом вернешься сюда, и ты чувствуешь прям, вот, я ем фрукты, я ем овощи. Угу. Видишь, в каждой стране по-разному. Тут минус тоже, я смотрю, очень много молодежь сидят дома, нету работы. Это обидно. Ничего не меняется. Смотрю, все люди, как ты их видела последний раз, возвращаешься, они так же. Ничего не меняется. Да, не чувствуешь, что есть прогресс у них в жизни. Там не чувствуешь, что, например, кто-то что-то сделал такого прям. Вот что обидно тут. То есть нет ресурсов для развития. Да. Тоже молодежи окончили университет, и нет всё. Работы. Да, это не изменилось. Это всю жизнь было так же и останется, мне кажется, так же на всю жизнь. Хорошо, ты училась в Иордании, тебя не отпустили, да, вот как я заново учиться в Украину? Я не захотела. Не было такого? Не, у меня не было желания учиться где-то, я думала, все, в Иордании. Если не получится поступить в Иордании, да, я там могла поступить в Украину, там выйти. Больше хотела, да, именно в Иордании. А какую ты профессию выбрала? Я выбрала итальянский и английский язык. Мне просто, знаешь, как я, потому что знаю русского языка, и арабского, и английского, и думаю, ну ладно, давай еще один добавить, это будет легче. И было несложно, ну, некоторые слова совпадали, были похожи, как-то акцент похож был. С русским? Да. Кончила университет где-то уже 10 лет назад, почти. Почти, да. Почти, 8 лет назад. 8. Не делай даже не 10. 8 лет назад. Я преподаю, ну как, английский и русский и арабский язык для начинающих, там, кто хочет научить именно или выучить, ну. Онлайн-курсы сейчас. Онлайн-курсы, да, сейчас из-за короны, да, все. Раньше как-то все приходили ко мне на дом, или я ходила к людям по домам, преподавала деткам, там. У меня были студенты русскоговорящие, которые приезжали сюда в Иордании, они ничего не знали. И как раз я их учила именно разговорный арабский, потому что литературный он чуть-чуть сложноватый. И тут никто по литературным не разговаривает. Детки, как раз английский язык. У меня сейчас есть студенты-арабы, которые хотят именно выучить русского языка. И это сейчас интересно, прям... Да, вот Диана сейчас с Катара, да? Парень, да. Который учит русский язык, и она даже сейчас вот ему преподает. Так что на заметочку, я оставлю контакты в комментариях под этим видео. Надо. Да, я оставлю страничку в Инстаграм, да, оставлю, конечно. Вы пишите сообщение, если хотите узнать о курсах, вот видите, английский, арабский, да, для деток, либо... Да, очень легко. Очень легко, можно график, кстати, выстроить как раз намного удобнее. И
кому интересно, так что будет обязательно в комментариях ссылочка, пишите, не бойтесь задавать вопросы, как это проходит, сколько это стоит и так далее. И это, наверное, будет даже как и для взрослых, так и для детей. Для детей тоже, да, конечно. Ну вот. Я делала опрос в Инстаграме, не очень было почему-то много девочек откликнулось, но, например, одна девочка написала, как вести себя, я так поняла, русской девочки, да, которая еще не знает культуры Иордании, во время знакомства с родителями и вот с родственниками, как себя вести, возможно, если я правильно поняла вопрос, вести себя очень скромно, либо быть самой собой, либо, вот как себя, как выстраивать? Конечно, лучше всего быть самой собой, потому что нет смысла вести себя скромно или чересчур, знаешь, прям... Наигранно. Да, все равно в один момент... твой характер именно появится, потому что они с тобой будут жить, они тебя еще больше будут знать. Да, и как мы говорили, арабы как-то они прям сильно сунут свой нос в другую жизнь. Да, в другую жизнь, можно сказать, и они могут все о тебе узнать, даже вещи, которые ты сама о себе не знаешь. И лучше всего, конечно, быть самой собой, правда. И с родственниками также, да? Да, конечно. Тут не лезть обниматься, целоваться, конечно, как у нас в Украине принято, там, мамочка, папочка. Нет, все по-другому. Но я тебе скажу, потом, первый раз, второй раз, третий раз, они уже начинают лезть и обниматься, и знаешь, ну не с первого раза такого нету. Лучше держать дистанцию, да. Есть еще один вопрос, но он, конечно, Иордания не касается, а касается именно Америки. А. Какие для тебя положительные стороны и вот минусы именно в американской жизни? Американская жизнь, могу сказать одно слово. Она сложная, очень сильно сложная жизнь там. То есть не так, как у нас вот есть американская мечта, уехать в Америку, там больше свободы, там больше жизни, я буду жить и не знаю, нет, там не то жить. Нет, там свободы вообще нету, особенно когда ты найдешь работу. Все, ты находишь работу, ты должен работать с утра до ночи, потому что у тебя есть налоги, которые их надо платить. Сравнение с зарплатами, ну как, например, жилье очень дорого считается, а страховка очень дорогая. Шопинг, можно сказать, вот это очень классно. Девушка. Кто хочет, например, туда поехать только для шопинга, это очень хорошо. Да, там скидки вообще, всегда есть скидки, всегда. Нету у них там специальный сезон, ну, всегда у них есть скидки, хорошие скидки. Минусы, как я говорила и раньше, скучно очень сильно. Хотя есть места, ну... куда можно идти, гулять. Но у тебя нет времени, да? У тебя нет времени на это, да. Очень много музеев, очень много парков, очень много. Но когда уже нету ни энергии, ни времени на это, ты никуда не ходишь. Просто дома сидишь, хочешь отдохнуть и поспать, и покушать, и все. Еда там, не могу сказать, что именно хорошая, она без вкуса. Есть некоторые хорошие рестораны, ну, там франшайз, можно говорить. Они хорошие, а все остальное... я не могу хвалить еду. Я жила раньше в Нью-Джерси, было очень холодно, сейчас переехала в Техас, а там очень жарко, знаешь. И нету такого прям среднего, что можно сесть на улице, как тут в Амане, да, ветерок по вечерам, и хорошо можно посидеть на балконе и нормально. Там нет, невозможно, даже не утром, не вечером на балконе или там да, погулять. В Техасе, да? Да, на улице, только там в закрытых местах, где кондик работает и все. Это ты просто, например, сейчас я знаю, что я когда приеду, мне надо со страховкой созваниваться, врачи, знаешь, это все очень сложно. Я когда первый раз приехала, я смотрела, как все вокруг меня там все по телефону делали, там, не знаю, что, решили какие-то там проблемы. Я говорила, я никогда в жизни не смогу это сделать, ну, прям как они сейчас себя ведут. А сейчас смотрю на себя и... это непривычно, потому что там как электрокомпания там частная. Ты должна созваниваться с всеми и посмотреть, сколько они будут брать по месяцам, например. Как подключать, если они согласятся или не согласятся. Это все зависит как от твой кредит скор, потому что у тебя должен быть кредит скор там. Все там зависит от кредит скор. Например, хочешь купить машину или снять квартиру, или купить дом. Что угодно, они смотрят на твой кредит скор. И это, знаешь, как будто ты играешь в Sims, это игра Sims, и ты набираешь этот скор. Чем у тебя выше, да, это, чем у тебя выше этот балл,
чем у тебя будет больше возможность купить покруче машину, покруче дом и побольше кредит в банк брать. Действительно, знаешь? Игра какая-то. Да, и ты чувствуешь, что все время ты должен как-то давить на себя. Вот я должен это сделать, чтобы поднять скор, знаешь, это устаешь прям. Ты работаешь на свои какие-то... То есть ты работаешь на материальное? Да. Чтобы просто жить? Нет, мы работаем не просто, чтобы жить или это просто, чтобы платить за жилье и за налоги. Правда? Если люди сидят там без работы, они им не сильно так важно, что кушать или это. Всегда можно найти очень дешевую еду, давай так сказать. И можно найти дешевое жилье. Но именно платить налоги уже никто тебе это не простит. Не простит. Да, это у тебя еще копируется, ну, с первого года на второе, на третье, это все будет накапливаться. Ага, и вот как получается, люди American там живут бездомные. American Dream. Да. А все говорят, ой, откуда эти бездомные берутся, были дома, а потом резко без домов стали. Да, вот конечно, в Америке или ты живешь очень-очень хорошо, или вообще на улице. Там нету такого прям среднего. Везде Куда? Хорошо, где нас нет. Да, везде хорошо, где нас нет, это точно. Я когда тут жила, я говорю, всегда везде лучше. Когда уже уехала, я сейчас живу в Америке, я говорю, как в Омане хорошо, потому что я тут... А как приехала сюда в гости, я думаю, нет, как тут сложно, все равно все дорого. И видишь, как нету конкретного места, да, где там прям все хорошо. Везде свои плюсы и минусы. И последний вопрос с Инстаграма. Какая кухня тебе больше нравится, арабская или русская? И какое именно блюдо в арабском для тебя самое любимое? И в русской кухне, ну, в славянской, русской, не важно. Давай начнем с русской. Да. Потому что арабская кухня как-то более... больше блюд там. Да ладно, мне всегда кажется наоборот. О, намного больше, поверь. Окей. Мне нравится зеленый борщ. Не знаю почему. Это просто моя любимая. У нас тут в Иордании очень сложно находить шавель. Да. Когда я приезжала в Крым, всегда просила у всех прям зеленый борщ. У бабушки, у Дашкиной мамы, там, когда это. Всегда. Все знают, что я обожаю зеленый борщ. Все мне его готовят. Мне еще нравятся пельмени. Я обожаю пельмени. Просто это для меня, не знаю. И, конечно, картошка со сливочным маслом. Отварная. Это просто для меня. Я готова это есть каждый день. Правда, каждый день. Арабская кухня. Мне нравится шишбарак. Это у нас такое блюдо. Тоже пельмени. Но они в йогурте их готовят. Не знаю, это для меня моя самая-самая прям любимая. И это как дома. Да, бородовая. Долма. Ага. Есть тоже, думаю, русские знают. Да. Долма. Это где приготавливают тоже рис с мясом и в виноградные листья. Да, это я обожаю. Ну, вот эти и мансов, конечно, манцев. Традиционные арданские это. И все. Мне кажется, это прям если самое... Вот, да, если, например, у меня много выборов, я всегда выбираю именно эти блюда. Ну, видишь, в каждой кухне есть... Ну, конечно. Да, свое. Я думаю, вам было интересно послушать Диану. Надеюсь. Потому что она сегодня уже улетает. Мы до последнего вопроса тянули. И, возможно, ну, как бы мы затронули те вопросы, которые вас интересуют. Я надеюсь. Если нет, то через год повторим еще раз. Спасибо вам за просмотр. Спасибо вам за лайки и за комментарии. Опять же, повторюсь, надеюсь, что это интервью вам тоже понравится, как и предыдущие. Я знаю, что вам нравится именно такой формат видео. Тем более с сестрой мужа. Это все-таки прям семья, можно сказать. Свекровь еще не доуговаривала, а вот сестра уже быстренько согласилась. Она всегда меня поддерживает во всем. Поэтому. Хотя я стесняюсь очень сильно камеру, я такая пытаюсь не смотреть и как-то... Но я надеюсь, что видео это получилось хорошее, веселое и познавательное. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, пока! Пока!